Приветствую вас. Видео загадка. Это вопрос к вам. Вот как вы прокомментируете такой феноменальный факт? Социологическая группа «Рейтинг», которую я довольно люблю и часто цитирую, сделала опрос. Доверяете ли вы, ну, Зеленскому, то есть довольны ли им? Больше 50% сказали «да». То есть на сегодняшний момент, ну, не 70%, а, так сказать, рейтинг доверия больше 50%, почти 56% доверяют. Там есть небольшая группа, которая как бы, ну, не доверяет, и, как вы догадываетесь, большое количество нейтрально. Они доверяют, и не доверяют, но и не ругают. При этом задали вопрос, а что же вы ждете? То есть, что вы ждете от Зеленского как президента? 50% сказали прекращение войны на Донбассе. Точнее, даже не просто прекращение огня на Донбассе. 50%, повторяю. Там есть и борьба с коррупцией, тарифы, ну, это все поменьше. Вот 50% войны. Но в сегодняшний момент, ну, я не вижу, что Зеленский пытается это сделать. Я так понимаю, что указа прекращения огня не будет. Во всяком случае, в ближайшее время. Стрельба продолжается. Ну, контактная группа встречается, но... Я не знаю, кто больше виноват. ДНР, ЛНР, Путин, Зеленский. Не знаю. Честно говоря, это уже бессмыслица. Но вопрос к вам. Как так получается? Фактически Зеленский ничего не делает реально, чтобы прекратить стрельбу на Донбассе. Но в тот же самый момент население Украины поддерживает. Феномен. Сам феномен. И в тот же самый момент население Украины хочет прекращения этой войны. Как это понимать?